нормально так. Практически как в Сан-Ремо сейчас у нас. Везде играет музыка. Мы каждый год сюда приезжаем на Новый год, где-то на недели две, вот так, отдыхаем. Обычно около порт, около моря, там большие пентхаусы с видом на всю Барселону. Там нам понравился тот район новый. И здесь все время с детками гуляем. Так просто прошвырнемся. Все равно дома делать нечего, правильно? И я хочу почему-то кушать. Я с 4 утра ничего не ел. А уже час дня. И здесь говорят, во-первых, здесь очень строго с масками. И кушать, по-моему, можно до 5 вечера. Потом все закрывается. Вот, видите, любимый магазин моих детей закрыт. И здесь они, все магазины знакомые. Улица одна, центральная. Ну какой пёщель. Народ, видите, это вот все местные, то есть сейчас разговаривал, встретил в метро девушку Наталья. Наталья, приветствую, спасибо, что помогли, познакомились. Говорят, что здесь как бы, ну, все закрыто, как бы ничего не работает. Передвигаться между провинциями запрещено. Ну, в принципе, как у нас между регионами. Должно быть обоснование. Вообще непонятно, как я на машине поеду с испанскими номерами, с одним договором. С одним договором. Не, ну что, экспромт — это фишка, которая стоит дорого. Потому что не каждый решится на это. Так, ну вот мы и дошли потихонечку. Кто понял, куда я иду. Здесь обычно ребята танцуют. Танцевали где? Вот эти вот бочки. Бидоны с деревьями. Так, я уже забыл, где здесь рестораны есть. Здесь по центру обычно всегда идет торговля. Блошиный рынок идет.
Пойдите зайдем, я там никогда не был, а? Погнали. У нас до 23.00. Еще очень много времени. Наверное, здесь побед... Ну, сейчас узнаем. Вот так вот приезжаешь дятлом, ничего не знаешь, это очень вдохновляет. Не, нет здесь буфета. Как сказал Афоня, не пустили Минас. Меня Минас. Так, вот видите, Барселона. Здесь обычно у меня дети сидят на этих буквах. Нет, какие-то все-таки есть небольшие англичане. Англичане есть. Французов слышал немного. Русских слышал, но это свои, которые здесь живут. Сейчас пойдем, вдруг я куплю того быка, который не купил 2 года назад, красного, в офис. Есть шикарный магазин. Вот здесь вот женщина пела. Тут пальма была. Кстати, вот она. А там мужик в пальто. Сейчас одному попрошайке дал 2 евро. Он тоже ныл-ныл, дал 2 евро, он такой подмигнул, улыбнулся и дальше пошел. Ну, работать. Работают они здесь. Я, конечно, не экскурсовод. Я сам люблю послушать. Сейчас по закону подлости стопудово будет мой магазин закрыт. Понятно, закрыт. А самое будет печальное, если там стоит красный. Всякие вот такие сайтики, вкусняшки. Все мы дети в душе. Здесь Амилина и Альмина и Амелия все время останавливаются, чтобы что-то купить. А быки были вот здесь, сбоку. Всем привет! С наступающим Новым годом! Я нахожусь в Испании, в Барселоне и, не знаю, не мог не снять данные. Thank you.
Россия вообще великолепная. Магазинчик находится Масик, подожди ты. У них даже сайт есть. Магаз это прям вот здесь, площадь рядом. Туристов, конечно, очень много. Масик, ну что, какой хороший пес, мега пес. Нет их там. Нет, здесь буфет. А вот этот вот магазинчик классный. Что-то они мутят тут опять. Но я-то что-то не нашел ничего разгромленного, как мне сказали. Вроде все нормально. А, примерно все похоже, вот как эти ресторанчики, магазинчики. Все закрыто. Кто закрылся, кто обанкротился, но... Вот пустой сдается. Ситуация так, как и в Италии. В Риме, да какое время, даже у нас уже все офисы, половина, ну очень много, которые люди уже сдают в аренду все. Отели, видите, все забиты, но это забито не потому, что здесь крушат, ломают их, я так понимаю. Все продается, все тату. Сегодня суббота, представляете, обед, и все вот в таком вот состоянии. Все закрыто, мы сейчас идем к театру. Обедать, как мне рассказали, можно с часу дня. Видите, ну, очень много закрыто закусочных, но значит это невыгодно. Значит это невыгодно. За год, я так понимаю, вот это все разрисовали. Кто-то работает. Здесь вот вообще банк, смотрите, заварили. Металлом, потому что идут погромы. Странно, но нас ничего не показывают, по крайней мере на итальянских каналах я не слышал этого.
Ну, ладно, не буду печальку показывать, но, конечно, я немножко ошарашен. Они вообще своей башкой тупой, вообще не думают про средний класс. Что-то ко мне пришла печалька. Я уже от Каталонии дошел до Коломбо. И я, конечно, понимаю, надо немножко еще скинуть килограмма 4-5. Ну, блин, вообще все закрыто. Во, парень какой нормальный сидит. Испугалась девочка. Блин, так здесь классно. К сожалению, господа, я уже согласен. Увы, и на Макдональдс. Его бы тоже бы найти. Чуть-чуть. Это что за электрик стоит? Мы уже дошли до памятника Коломбо. Ничего пока не снимал. Здесь поел сейчас около Коломбо. В центре есть классный ресторанчик, вот здесь посидел, ел, пил, пил, ел, вода, мясо, мясо, вода, дольче. Сейчас ребята уже собираются, у них сейчас до пяти вечера этот хозяин. Ола! Вот, хороший ресторан такой, очень все вкусно, он двухэтажный. На второй этаж, ну сейчас понятно, здесь никого нету. Никого нету, потому что супер-мега новость. Придумали ковид, ребята, наши финансовые. Вот так это все выглядит. Два этажа с видом. Сейчас до моря можно распилиться. Очень быстро пойдем дальше гулять. Очень отзывчиво, я говорю, блин, ребята, ну, дайте я вас хоть покажу. Очень приятные. Полиции больше, чем туристов. Прикольно. Учитывая то, что сейчас закрыты в основном все рестораны. Здорово. Этот ресторан работал с часу до пяти. Молодцы, все. Все у них классно. Muchas gracias.
Так, все, мой рабочий офис закрываем. Идем дальше. Чао, чао, grazie mille, чао. Чао. Ой, я маску забыл одеть, блин. Слушайте, здесь, конечно, полицейские такие поджарые все ходят в бронежилетах. Кстати. Оп. Так. Блин. Видите, товарищи, за ручку держатся. Я не буду комментировать. Надо это вырезать. Так, сейчас, наверное, будет микрофон гудеть. Ага. Я на самом деле, нам туда прямо идти на паром. Но пойдем где-нибудь полазим еще. Привет, Коломбо. А где у нас, вы не помните, где у нас товарищ Скорпион? Скорпион где-то у нас был. Не помню, в какой стране уже, блин, 2 года не был тут. Когда же наш туризм наконец-то вернется? Так, все пошли на красный свет, и я пошел, да? Это зря. Ага. Твою дивизию. Ага, Скорпион там. Вот здесь мы парковались, помню, на машине. Это сейчас реставрируют здание. Черт, у меня шнурок развязался. У меня в одной сумке чемодан, в другой телефон. Сейчас все попробуем без маски, блин. Вы знаете, прошел год, я никак не привыкну к этим маскам вообще, я просто не понимаю. Сегодня весь мой день прошел в переговорах, хотя сегодня вроде бы и выходной, суббота. Я сейчас нахожусь в Марине. Откуда-то отсюда я буду уплывать за моей Альфа-Ромео. Альфа-Ромушка, и мне сейчас прислали фотку, смотрите. Я прикольнулся с утра, говорю: слышь, чувак, ты помыл мою машину? Он никак не понимает, зачем мне, как бы, при всех моих возможностях покупать древний аппарат. Я ему сказал: ностальгия. А он мне выслал свою ностальгию. Представляете, вот смотрите, он, у него ностальгия, вот такие самолеты. Ой, присядем на дорожку. Я вообще уже разучился отдыхать. Остался один сам с собой. Можно было, не знаю, что сделать. Не знаю, там. У меня какой-то стресс. Сейчас полдня делал ролик, сейчас запустил в эфир из Басалей.
еще надо потихонечку учиться отдыхать. Кстати, интересно, напишите, как вы отдыхаете в комментариях. Только не бухать, потому что мы не пьем. Ну, конечно, и бухать тоже классно. Вот. Но у меня сердечко, вот, поэтому мы уже этим не балуемся. Чай. Очень много чаек здесь. А, их подкармливают, понятно. У нас через 5 часов только отходит наш пароход, надо еще осталось его только найти. Сейчас пойдем поспрашиваем. Ай, не хочется уходить отсюда. Да, вот такой офис Алексея Азарова. В принципе, как было, есть уже лет 10. А с этому чемодану уже, наверное, лет 15 как минимум. Не знаю, шикарное качество. Он, конечно, у меня уже пенсионер. Вот, но я люблю все, что хорошо делается и служится. Он мне верой и правдой служит уже где-то 15 лет. Смотрите, что я вам хотел показать. Если мы сейчас тесть, где тут? Если мой тесть сейчас придет сюда, у него будет жесткий кондратик, какие здесь плавают рыбы. Не знаю, по 2-3 килограмма минимум. Вот, смотрите. Ну это просто катастрофа. Видно их, нет? Просто кабаны, смотрите, какие кабаны плавают. Причем в наглую, я не знаю, в чем дело. Просто. Мы раньше верхоплавок ловили и радовались, что поймали что-то на 20 грамм, а здесь по 2-3 килограмма плавают. Хотел снимать сегодня, но получилось, что я весь день работал на телефоне. Кому-то надо эмигрировать, кому-то надо помочь с апартаментами, кто-то встрял без нас. В общем, сейчас пойдем туда дальше. Это, кстати, по-моему, океанариум вдалеке. Я только сейчас закончил работать. Самое классное — это офис с собой. Сделал предварительное соглашение. Это как раз у меня на испанском договор о покупке нашего с вами аппарата. Вот. Ладно, сейчас пока светло, сейчас доделаю, пойдем дальше погуляем. И потом будем уже сажаться на нашу лодочку. Так, нам сказали вон туда пилить. Но еще только 6 часов вечера. Пойдем полазим. Тут очень много молодежи. И вот, видите, он еще рыжий, не белый, птенец, как курица у нас.
А это уже взрослый товарищ. Противные они, кошмар, наглые. Это как у нас вороны, наверное. Да. Каркают, гадят. Барселона, конечно, в нашей семье очень многое значит, потому что она для нас как праздник какой-то, какой-то отдых все время. Мы еще раньше летом сюда приезжали, не только на Новый год. Видите, фуникулеры ходят. Танцуй, танцуй, пока молодой. Наглые они. У нас здесь чайки, видите, наглые, воруют все. Это как в Таиланде обезьяны. Ну, то есть, везде свои. Честно, иногда хочется вообще ничего не разговаривать, просто смотреть, как народ ходит, что болтает, что делает. Non comments. А, нет, какой это? Это гипермаркет. Это гипермаркет. Не-не, я ошибся. Это гипермаркет. Mare Magnum. Вот такие же жилум-булум у нас и в Сан-Ремо тоже продают всякую фигню. Видите, тут и Versace, и Dolce & Gabbana все есть. И Louis Vuitton. Все марки мира от ребят. Я так понимаю, и он закрыт, да. Обалдеть, представляете, гипермаркет закрыт. Жулум-булум. Ну это вообще, конечно, сюрприз для меня. Видите, красные значки. Офигеть. А я-то надеялся здесь полазить. Все закрыто. Джелатерия. По-итальянски написано. Карт-дор. По-французски написано. Да, Барселона, конечно,
Я прям немножко Но они молодцы здесь. Две недели гудели. Посмотрите, не знаю, кстати, вот, кстати, напишите в комментариях, вы что-то видели про Барселону, что здесь идут уличные восстания, народ бунтует. Я что-то вот у нас в Италии не было такого. Напишите, если слышали что-то. Ладно, понятно. Ну ладно, давайте еще до угла дойдем. Я просто думал, сейчас полазим. В супермаркете, в гипермаркете этом. А он весь закрыт. То есть получается, как я понимаю, вообще все закрыто, вообще все. Ни автобусов туристических, то есть полностью тебе туризм похоронен в Барселоне. Отели, это все закрыто. Тапа-тапа закрыто, то есть все вообще закрыто. Обалдеть. Ну, хоть люди целуются, уже хорошо. Ладно, пойдемте. Нам, наверное, я так понимаю, куда-то вон. Вот сюда куда-то нам надо. Но это не наше, наверное. Нам чуть подальше. Так, по-моему, я здесь закончил. Пока меня не перехватили. Опять телефонным звоночком. И пришлось делать, как всегда, мою работу онлайн. Продажу. Понравилась наша квартира. Спасибо, кстати, большое всем за доверие. В общем, здесь находится это контора. Нужно отстоять там очередь. Я отстоял. Мужик вообще красавчик, разговаривает на 5 языках. И французский, и немецкий, и английский. Главное, что он итальянский еще знает. Вот. Это контора с 1917 года, когда уже, правда, Титаник потонул. Сто лет отмечала в 2017 году. Да. Они... И в Геную к нам ездит, плавают, ходит. Вот такая вот штука, огромные паромы. Они вот показывают, сколько может вместиться в данный, на данный паром транспорта и людей. 172 метров. Тоннеллата 28275 тонн. Капочка. Автомобилей 165. Потенция. Не вижу, сколько людей можно. Может быть. И вот нам потом вон туда пойду. Мне мужик еще сделал скидку, потому что, говорит, бери, как будто с машины едешь, так дешевле. Я с ним спорить не стал. И, в общем, я иду, как будто с машиной. На улице дубак. Капец. Будем здесь куковать.